В Ульяновске задержали организаторы и четверых участников преступного сообщества. Лидер – 24-летний ульяновец. Вместе с другими парнями они работали в Ленинском и Заволжском районах областного центра, а также в Чердаклах. Они подыскивали коммерческие предприятия, их владельцам предлагали криминальное покровительство, требуя взамен от 2 до 50 тысяч рублей. А в случае отказа запугивали посетителей и работников предприятий, организовывали массовые кражи в торговых точках. Лидер вышеуказанного ОПС совместно с членами ОПС пришли в одно из увеселительных заведений города Ульяновска, где отдыхали продолжительное время. После этого лидер вывел хозяина данного заведения на улицу, где пояснил ему, что теперь он будет платить денежные средства за так называемую крышу. В качестве дополнительного дохода задержанные организовали несколько групп, куда привлекали подростков. За возможность состоять в группе организаторы требовали у ребят деньги под предлогом финансирования криминальных структур. По факту же деньги лидер банды потратил на аренду жилья, наркотики и походы по барам. В ходе обысков у участников ОПС изъят один обрез и 5 пистолетов, изготовленных кустарным способом. По результатам исследований эксперта криминалистического центра УМВД России по Ульяновской области, все оружие было признано боевым. Ранее привлекались к уголовной ответственности? Да. По какой статье? Условно только. По какой статье? По статье 111. Расследование уголовного дела завершено и направлено в суд. Помимо организации и участия в преступном сообществе, задержанным инкриминируется покушение на убийство, вымогательство, незаконное хранение огнестрельного оружия.